В Югре есть муниципалитеты и поселения, где выборы уже практически завершены. Явка там приближается к 90% или перевалила за эту отметку. Например, в деревне Вата Нижневартовского района 2/3 избирателей отдали свои голоса досрочно. Сейчас там ожидают последних избирателей. В муниципалитете находится наш специальный корреспондент Алексей Шабанов. Он выходит на прямую связь со студией. Алексей, тебе слово. Дима, здравствуй. Мы сейчас находимся в деревне Вата. Это населенный пункт в Нижневартовском районе. Он располагается где-то в 50 километрах от самого Нижневартовска. Здесь проживает где-то 400 человек. Из них 300 могут голосовать. Ну, а к участку приписано 1000 человек. Это, например, сотрудники нефтяных компаний, которые работают в окрестностях Ваты в каких-то труднодоступных местах. И здесь они могут проголосовать. Так вот, здесь в Вате сложилась, можно сказать, уникальная ситуация. По крайней мере, я таких в своей журналистской практике ранее не встречал. На утро третьего дня голосования здесь отдали свои голоса, ну, почти все избиратели, более 900 человек. И на момент открытия участка только 70 позиций были не закрыты. Сейчас, когда мы выходим в прямой эфир, наверное, уже осталось и того меньше. Вот такая действительно необычная ситуация, вот такая активность населения. И в Вате это связывают с тем, что очень здесь дружные жители. И иногда на участок они приходят целыми семьями и даже улицами. У нас всегда очень, у нас 95% явки бывает. Люди как бы все знают друг друга, мы всех приглашаем на выборы, все как бы активно ходят всегда на выборы в нашем поселении. Нужно сказать, что 7 человек в деревне Вата голосовали на этих выборах впервые. Этих ребят можно только поздравить после того, как они отдали свой голос. Они получили грамоты от окружного избиркома, и деревня Вата вручила им свои подарки. Было всегда интересно, как это выглядит от первого лица, не только по телевизору. Захожу, меня встречают, выдают маску. Ну, все стерильно, все это. Все чисто, аккуратно. Дальше, после очереди, подхожу, мне выдают бланки. У меня теперь есть право выбора. Я помогаю своему району выбрать. Я рад. Ну что ж, третий и заключительный день голосования только начался, и я думаю, что к его окончанию на избирательный участок в деревне Вата, ну, мы будем вот это надеяться, придут все избиратели. У меня на этот момент пока все. Дима. Спасибо. На прямой связи со студией из Нижневартовского района был мой коллега Алексей Шабанов.